В Саратовской области появилось слово, которое особенно хорошо видно с высоты птичьего полета. Авторы флешмоба хотели не только обратить внимание на себя, но и на свою профессию. Из Краснокутского района репортаж Юлии Шишкиной. Это будущие контуры гигантской буквы «Р» по линиям, размеченным известью, тракторов спашут слово «Россия». Размер каждой буквы 40 на 10 метров. Все слово в длину 100 метров. Идея флешмоба принадлежит троим молодым трактористам из Новоузенска. Они заняли второе место на недавнем чемпионате пахарей под Марксом. А теперь захотели стать первыми в художественной распашке. Мы просто сидели вот в компании друзей, мастера, вот, и думали, ну что бы такого сделать ко дню России запоминающейся. Ну и решили, соответственно, нашей профессии вспахать слово «России». Раньше букву мне не приходилось пахать, только поле вперед-назад и все. Ну, надеюсь, все получится. Слово «Россия» ребята пишут на полях соседнего Краснокутского района. Трактор «Беларусь» одновременно начали распахивать первую, третью и пятую буквы, а потом таким же способом оставшиеся. Борозды неглубокие, 20-25 сантиметров. Это сложные буквы, это их написание, и оно выполняется не в единый проход трактора, и все, а выполняется 3 метра, выполняется в 20 лет. Трактор проходит в одну сторону, потом разворачивается в другую. Вспашка всего поля заняла не больше часа. Самой сложной, говорят, оказалась последняя буква «Я». По-настоящему оценить полевую каллиграфию смогут, пожалуй, пилоты и пассажиры самолетов. Сами авторы флешмоба результатом довольны. Таким необычным способом они хотели привлечь внимание к труду сельского труженика и поднять престиж своей профессии. Причем на собственном примере. Схожу в армию и... Уже придя с армии, я планирую остаться в селе, заниматься земледелием. Вот это моих планов. Сажать здесь в этом году ничего не планируют, так что слово «Россия» не зарастет как минимум месяц. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.